Поскольку энергетик торнадо, совмещенный с печенькой, самый дешевый, это для истинных эстетов во фраке и смокинге, да? Мы переходим к сыру скита Скороморца. Вот. Когда-то на него уже был вроде обзор, но я его удалил. У нас такой, конечно, не продается, да? Вне дачных этих магазинов, да, по итальянской технологии, вот упаковку сразу смотрим, вон. Ну, я бы сказал, что это не Италия никакая вот нарисованная, Скороморца, вон такой вон сыр, упаковку, нет, упаковку смотрите сначала, видите? Но я не сказал, что это Италия нарисована, это нарисована какая-то, не знаю, Венгрия там, может быть, какие-то там Эстония, части Эстонии какие-то, да? Вот. Вот, срок годности 90 суток, наверное, подходит к концу, потому что уже скидка в два раза, да? В городе Москва, на Кавказском бульваре это все изготовлено. Или в Серпухове. Ну, а тут, скорее всего, фига знает, конечно, да? Точно бы в Серпухове, хотя Москва тут ближе, но изготовлено в Серпухове. Так, 4-е, 16-е. А сейчас 5-е, да, началось, да, то есть это свежак, получается. А чё же они тогда цену-то на него сбавляют? Так, по упаковке, ладно. Четверка, фиг бы с ней. Невнятная Италия нарисована. Я бы не сказал, что это Италия прям. Ну-ка, если она сейчас откроется, то есть она подденется, вот этот угол, да, как она должна поддеться, тогда будет тебе это самое, да. Хрен, вон она срезалась. Она срезалась вся, да? Вот наверху тоже срез, да? И все, да, вот упаковка такая суперская, да? Хрен там она, да? По упаковке, значит, получаешь все-таки ты... Не, она идет, идет. Нет. Или идет? Идет. Все, 4. По упаковке. Несмотря на такую фигню. Они же не могут контролировать полностью, как эта пленка запечатается, да, вот. Так что вот пленку, ну ее нафиг. Вот она какая, смотрите. Скороморца. В таких шариках, да, пахнет вообще отлично прям. Даже не надо ничего принюхиваться. Запах просто на шестерку тянет. Ну а сбрези запах неприятный какой-то прям. Прям, ну, копченый запах вообще. Но он какой-то усиленный, и такая копченость быть не может. Как на пожарище такой запах вообще. Чё, дегустируй. Я не совсем понимаю, может быть, так и должно быть, но... Этот сыр, он вообще без вкуса. Он просто как плавленый. Вот, плавленый запекли, вот, как будто бы, вот. И вот точно такое же, да, получается. Может, такой и должен быть, фиг его знает. Но за сыр без вкуса платить 99 рублей, несмотря на 150 грамм, да? Это дороговато. На самом деле, чуть-чуть. Может, цена и объективная, но без скидки цена, когда 150, вот это уже вообще пиздец какой-то. Вкуса, то есть, нет вообще, я не знаю, как его оценивать. Вообще нет, никакого. Плавленый сырок за 15 рублей. То есть, не сырок даже, а сырный продукт. Дружба народа будет такая же по вкусу. Вот. Такая же, то есть, безвкусица будет. Но не копченая будет, без запаха. Как-то они запах просто добились и все. В общем, однозначно, короче, двойка этому. По вкусу это вообще кол. А этому продукту, при условии того, что он стоит 150 рублей, ему двойка. Если бесскидочную цену считать. Странные достаточно вещи. Ну а что еще в Серпухове и в Москве на Кавказском бульваре приготовят? В этой области, где такой сыр производит, коров нету. В лучшем случае сюда молоко, если попало, то сухое только. Так что вот такие дела, не рекомендую.